как коллеги, с учетом поступивших заявлений депутатов, отсутствующих на заседании по уважительной причине. Да. Ну, на мой взгляд, правоохранительные органы хорошо работают. Это задерживает погулять на улице Москвы. Естественно, мы все пробивают. Нашли так. Нет. Врачей нет таких. Там у них в списке. Может, он новый, старый или уволился. Нет, а то, что она вызывала действительно полицию по поводу краж или нет? Или это все... Такой. В тексте проекта федерального закона исключить слова, кавычки открываются, работающими в автоматическом режиме, кавычки закрываются. Значит, в чем смысл данной поправки? Я получил ответ, что да, еще в прошлом году принято решение отменить план реновации по данному адресу. Вот это вот такой, теперь жители могут вооружиться этим документом для того, чтобы не допустить строительства там жилья. Сделал, о чем говорится Москва. Я готов подключиться, так сказать, попробовать. Да, конечно. Даже разговор естественно. Давайте. С вашей стороны будет поддержка, я думаю, есть шансы все это сделать. Ну, давайте так просто скажу. Я предлагаю так, я прошу какую-то общественную организацию. Это просто передать эмоции людей, которые... Советского Союза. Она называлась, по-моему, вот так. Это было навсегда, пока не кончилось. Вот. Да. Что это, конечно, не просто застой. Это застой в квадрате. Несменяемость власти – это раковая опухоль для любого государства. Невозможно при несменяемости власти делать какие-либо позитивные реформы. Thank you.
что-нибудь было? Заседание перенесено на 8 апреля, 5 часов. Почему оно перенесено? Потому что сотрудники полиции, которые меня задержали 17 марта, они написали такой бред в своем рапорте, что там просто читать невозможно, то ли без слез, то ли без смеха. А поэтому, естественно, судья не мог понять, что там написано. Там, например, говорилось, что мероприятие было посвящено высокой плате за ЖКХ, а также говорилось о неправомерных действиях чиновников и властей. Я не понял, то ли меня чиновником там называют, но к властям я действительно имею какое-то отношение, к представительной власти. А чиновникам непонятно. Потом я написано, что я осознавал вредные последствия своих действий. Какие вредные? Да, я понимаю, для меня были вредные последствия, вот до сих пор мучаюсь. Но для кого еще-то они были вредны? Принял ходатайство о том, что в суд будут вызваны свидетели со стороны полиции. Это редкий случай, вот по словам адвоката, вообще редко такое бывает. Но, видимо, очень трудно здесь за уши притянуть вот это правонарушение мое. Когда я стоял в 60 метрах от пикетчика и беседовал с прессой. Ну, это невозможно вот так просто объяснить, в чем же правонарушение. Поэтому вызвал сотрудников полиции и перенес заседание. 8 апреля.